Друзья, всем доброй ночи, добро пожаловать на наш канал. Я думаю, что сегодня для многих из вас стрим был очень нежданным. Никто не думал, что я сегодня буду стримить. Честно говоря, я сам не знал. Прошу прощения за вчерашний облом, так сказать. Не получилось у меня выйти в эфир, потому что поздно я приехал домой, и я стал понимать, что, скорее всего, Capcom вряд ли бы сделали бы DLC для Resident Evil 30-минутными, и как-то не хотелось, знаете, выходить в эфир на минут 40, поэтому решил сегодня порадовать вас. Сколько у нас по Москве-то? 23:33. В общем, ребят, время позднее, для многих стрим, повторюсь, нежданный, поэтому, думаю, многие уже либо спят, либо, я не знаю. В общем, добро пожаловать в Новый год, у нас уже на дворе 2018-й. Друзья мои, всех вас с прошедшими праздниками, кстати говоря, да, с Новым годом, со Старым Новым годом, с Рождеством. Недавно были крещенские морозы, наверное, кто-то из вас окунался в пруд, не знаю, кто-то, может быть, просто в ванной это сделал. В общем, ребята, сегодня мы продолжим играть в Resident Evil. Я не знаю, уже игра на нашем канале нарицательная. Мы ее пытаемся пройти уже в течение года, да даже больше, наверное. Игра вышла в январе того года, и все как-то не получается у меня выходить в эфир, ребят, но, как я вам говорил, это временная такая тема. Мы обязательно вернемся к регулярному графику стримов. Собственно, что хотел еще сказать. Давно мы с вами не виделись, по-моему, месяца два, если не ошибаюсь. Да, последний раз мы с вами встречались в ноябре, по-моему, того года. Блин, так давно было. Для меня, на самом деле, время очень быстро пролетело. В общем, какой расклад? Ребят, сегодня мы посмотрим новые DLC. DLC за Зою и DLC не герой, за, по-моему, персонажа из четвертой части. Я, к сожалению, не знаком с этими ребятами, потому что не играл в другие части, но вы это и так знаете, поэтому надо пройти, посмотреть, потому что все-таки DLC, я думаю, реально очень крутые. Вот, закрыть проект, и следующая игра у нас, скорее всего, будет, ну, понятно, Wolfenstein, New Colossus, которую задарил Юдиния и обиделся мне, что я ее не стримил. Но, ребят, были проблемы с картой захвата. Карта захвата есть, ждет своего часа, поэтому, в общем, что, я думаю, давайте начнем. Один момент только. Вообще, отпишитесь, ребят, как слышно. Как слышно, видно, все ли нормально со стримом. Анюта, Алекс, Чина, Депишнон, Гео, Инферно, Уанпушмен, Рапирочка, Сладарчик, Сеньор Помидор. Ну, это да, у нас вечный бот на канале. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что это за бот сидит в чате, причем он висит у всех. И, конечно же, Валерон. Ребят, спасибо огромное, что пришли на канал в столь поздний час. Контент у нас, конечно, не особо актуальный, надо сказать, но самое главное, что мы посидим в уютной компании. Я думаю, что DLC будут стрёмные, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вроде бы всех назвал, по крайней мере, в чате вижу только такие никнеймы. Я думаю, что народ еще подойдет. Я очень надеюсь, что заглянет кто-нибудь из модераторов, Криси, либо Ваташа, а может быть и даже сам Монг заглянет. Он тут недавно Assassin's Creed стримил, проникся игрой, 100 лет ни во что не играл, в общем, пропал парень. Куда же без кумыса, конечно, Take My Energy. Ладно, ребята, давайте начинать. Еще раз всех вас с прошедшими праздниками. Это у нас, кстати, первый стрим в этом году. Так. Какая-то отвратительная музыка стала играть. У меня стоит рандомный плейлист, но что-то как-то
Что-то как-то не радует она меня. Что же вы, дядя, мне делать мне завтра на работу? Слушай, мам, почему мне завтра вставать в 6:30, поэтому да. Так. Надо вспомнить элемент управления, потому что реально уже подзабываю. Прошу меня простить за это. Так, все. Надо будет раздобыть Смайлик Ампулу Мельдония. Ну да, тема Мельдония — это у нас вообще такая фишка на канале. Так, один момент, я проверю видео. Да, во весь экран. Так, ну что, давайте глянем. Напомню, что основной сюжет игры мы прошли на максимальном уровне сложности, на кошмаре. И у нас открылся режим NG+. Не знаю, чем он отличается. Там вроде бы добавили какой-то вид оружия. Может быть, игра сложнее. Я, кстати, думал ее переиграть, потому что реально стримов в том году было очень мало. Да даже что, 4 стрима. Огромный перерыв, конечно, но всему свое время. Да. Конец Зои. Я думаю, ну гибель, да, все правильно. Я думаю, с него начнем, потому что, собственно, тема Зои в основном сюжете была не раскрыта, и я до конца думал, ну, надеялся, что все-таки мы узнаем, что с ней случилось, но нет. Начнем с него. Не герой, это у нас... борьба Итана, да. Мы его потом начнем. Че, как жизнь, Вань? Солдарчик, спасибо, что поинтересовался. Ты знаешь, жизнь прекрасная штука, она преподносит очень приятные сюрпризы, и я этому очень рад. Потому что жизнь такая, знаешь, черные полосы, белые полосы, не знаю, ЛГБТшные полосы, не знаю, но приятно, что все-таки жизнь дарит тебе офигенные эмоции. Я сейчас, конечно, в общем, ладно. Вспоминая известный вопрос о курице и яйце, невольно... Bad boys, what you gonna do when I come for you? Анюта, Алекс, спасибо тебе за подписку огромное. Добро пожаловать на наш канал, располагайся поудобнее. У нас крайне уютная атмосфера, все ребята в чатике адекватные. У нас вообще топовая компания, я так скажу. К сожалению, конечно, канал очень много подписчиков потерял за время перерыва, но ничего, это мы будем наверстывать, как говорится. Собственно, спасибо еще раз за подписку и приятного просмотра. Вспоминая известный вопрос о курице и яйце, невольно задаешь вопросом, что появилось вперед, кумыс или мельдоний? Я думаю, что все-таки кумыс. Кумыс. Как подрастающий стример там. Таюн Бомбон пока только ползает, но, кстати, да, она проявляет такой нехилый интерес к компьютеру. Ей очень интересно, когда... Ну, банально я там серфю в интернете, но, честно вам скажу, последний раз я комп включал недели 3 назад, наверное. В Steam давно не заходил. В общем, да. По-любому будет топовым стримером, рано или поздно пойдет по стопам папы. Ладно, ребят, давайте начнем. Я с удовольствием с вами поболтал бы. Мы, кстати говоря, пропустили день рождения канала. В том году он был вроде бы как 23 июня, если я правильно помню. 3 года уже прошло, но такие, конечно, с перерывами это не считается, но не суть. Как-нибудь с вами соберемся, ребят, когда уже будет более стабильно онлайн. Давайте почитаем аннотацию. Через несколько недель после событий и дополнения «Не герой» пришла новая напасть брату Джека, Джо Бейкеру. Придется вступить в схватку со злом голыми руками, чтобы раз навсегда положить конец страданиям своей семьи. О, да, деточка, Итан идет.
А, то есть, подождите, мы сначала не герой должны пройти, что ли? Чтобы, типа, все логично было. Борьба Итана завершена, но осталась последняя проблема. Ей займется Крис Редфилд, ветеран войны с биотерроризмом. Я сначала хотел прочесть, как с биобутербродами. Не знаю, наверное, я есть захотел. Главное быть оптимистом, имхо. И да, всего наилучшего в новом году, чатую тебе. Спасибо вам, Пушмен. Спасибо огромное. Да, ребят, я всегда считаю, что жизнь такая штука, она очень непостоянная, реально. То есть это факт. Это факт, поэтому надо всегда смотреть с оптимизмом в будущее, находить какие-то радости. В общем, да, мне больше добавить нечего. Ладно, ребят, в общем, честно говоря, не понимаю. Я все-таки хочу посмотреть «Гибель Зои», потому что для меня это принципиально важно. Или все-таки не герой? Кто играл в DLC? Кто подскажет? Есть ли смысл? Просто я думаю, что, возможно, какие-то сцены из «Не героя» будут переплетаться с «Гибелью Зои». Ну, то есть, как-то только со стороны Зои непонятно. Короче, ладно, давайте «Гибель Зои» посмотрим. И да. А, то есть здесь даже отдельное лобби игры. А что это за дедушка такой? Что это за дед Махно? А, new game. Вам интересно только сюжет и головоломки. Вам хочется слегка пощекотать. А, где кошмар? Один момент, ребят. У меня такое ощущение, что... А. Да, сложность игры выбирается только непосредственно, когда новую игру начинаешь. Я бы вообще на кошмаре поиграл бы. А вот Гео считает, что все-таки лучше по порядку начать. Да вот я тоже что-то задумываюсь, потому что неспроста все-таки написано, что через несколько недель после событий дополнения «Не герой». Ну, то есть, да, там наверняка будут какие-то вставки, которые относятся к «Не герой». Ну, давайте «Не герой», наверное. Ну, вроде бы это больше как шутан. То есть там стрельба в основном. Ну, давайте. Да, я смотрю, здесь даже, кстати говоря, сами разработчики, они сделали последовательно как раз Bennett Footage, там как раз сюжетные дополнения. 55-й день рождения Джека, это уже такая чисто фриольная DLC-шка, и это то же самое. Ну да, давайте, наверное, не герой. Только на нашем канале, кстати говоря, мы по часу с вами общаемся до того, как начать играть. Это прикольно. Вы еще не загрузили этот загружаемый контент. Чего? В смысле? В смысле? Сейчас, один момент. Как это? А, он отдельно ставится, что ли? У вас есть Steam? Да, у меня есть Steam, естественно. Вообще странно, потому что когда вышло дополнение, я его установил. Ну и чё? Сейчас, секунду, ребят, походу мне придется альтабнуть. Извините, что-то и как-то я тупанул. А вообще это странно, потому что Nota Hero и End of Zoe вышли одновременно. Я точно помню, что игру я... А, нет, я не прав. End of Zoe есть, да, а Nota Hero почему-то нет.
Ладно, загрузим. Странно, почему автоматически Steam не загрузил ее. Это вообще очень странно. И сейчас он 60 гигов весит. Так, давайте попробуем. Чек проверим секунду, что это. Три с половиной гига. В принципе, кэш-сумма сейчас быстро создастся. Давайте пока с вами пообщаемся, ребят. Они герой долгий вроде, да? Думаю, у них есть родственник по линии мужа с такой же фамилией Бейкер, и зовут его ее Фили. Фили? И основана была родственником компании Фили Бейкер. Может быть, я, ребят, я с франшизой Резидента плохо знаком. Я давно-давно, все, загрузка пошла, в течение 5 минут, ребят, докачается. С франшизой Resident я мало знаком, то есть, ну, естественно, я видел эти игры, но я в них не играл, ну, кроме первой части, естественно. Сейчас, один момент. А пока у нас загрузка идет, давайте поговорим насчет ремастера Dark Souls первого. Эту новость мне прислал один из наших подписчиков. Честно говоря, я был в шоке, в приятном шоке, потому что я чувствовал, что рано или поздно это должно быть, но, к сожалению, это не ремейк. Это не ремейк, это просто ремастер. То есть я так понимаю, что фромы хотят сделать, ну, воскресить PvP-режим, онлайн-составляющую, и... По факту игра, наверное, мало будет чем отличаться от специального фикса, который ставится на PC-версию игры, поэтому что-то как-то я расстроился. Я все-таки думал, что будет ремейк на движке третьей части с механикой, с физикой, то есть с динамикой. Вы просто представьте, как многие боссы могли бы просто себя показать. Ну, совершенно по-другому было бы. Да, но, к сожалению, что есть, то есть. Ну, на самом деле, наверное, может быть, и зря я так говорю. Надо посмотреть, когда он выйдет, а когда там, 25 мая вроде бы. Угу, когда Ведьмак 3. Ребят, к таким огромным тайтлам я приступлю, когда смогу регулярно стримить, когда мы вернемся к графику стримов. Будем... возвращаться к истокам. Начинать стримить такой огромный проект, проводя стримы, ну, не знаю, раз в месяц, ну, это просто нецелесообразно. Я очень хочу посмотреть Ведьмак 3, Fallout 4. Нам еще, кстати говоря, Скоримчик надо пройти, все-таки я хочу его добить. Я, кстати, у меня есть еще мысли пройти некоторые старые тайтлы. Мне очень хочется поиграть в Tomb Raider. В первые четыре части игры 90-х годов. Ну, там, 96-й и далее. Очень крутые игрухи, потому что они забыты. И, в принципе, это мое детство. Клевая игра, я не раз ее проходил, но на стриме ее никогда не было. Посмотрим, в общем, очень много всего, что хочется сделать, вопрос только во времени. Когда идеи закончились, а жить на что-то надо, делают ремастеры. Да, Inferno, ты прав, но все-таки, блин, лучше бы они сделали бы ремейк, поставили бы ценник, ну, стандартный для AAA проекта. Но что есть, то есть. Ведьмака минимум 150 часов надо будет проходить. Ну,
Да я, в принципе, да, да, пишу, я понимаю. Так, у нас осталось полторы минуты до скачки и DLC-шки. Да меня, собственно, это не пугает, потому что мы немало игр проходили, которые у нас занимали кучу времени. Кучу времени. А то же самое Metal Gear Solid Phantom Pain. Да куча игр. 48 стримов было только по одному Скайриму. Хотя наиграно у меня не так много в него. По-моему, 200 часов. Ну, то есть это много, но немного. О, Slayer, мы тебя ждали. Спасибо тебе огромное, что пришел, дружище. Добро пожаловать. Видимо, ты проснулся под уведомление, которое тебе пришло на телефон. Привет, привет. Unbelievable. Unbelievable. Да, да, сегодня у нас спонтанный стрим, ребята. Обещал вчера, но пацан к успеху шел, но, как говорится, не фартануло. Не получилось у меня, ребят, выйти в эфир, просто это было нецелесообразно минут на 30 запускать. Тем более, видите, у нас тут, оказывается, DLC было не скачано, оно отдельно, отдельно требовало скачки. Автоматически игра почему-то не находила. Но ничего. Это что, детская? Да, Slayer, за мной, собственно, кроватка Таюши. Собственно, ну вы знаете, я писал в группе в ВК. Собственно, из-за этого я перестал стримить, потому что там ребенок спит. На самом деле там ребенок не спит, потому что она очень капризная, она спит с мамой. Вот, но факт в том, что компьютер находится в этой комнате. Я думал стримить с ноутбука своего. Но под новостью, собственно, касаемо ноутбука, я отписался, что Mac OS почему-то не видит Desktop Audio. Ну, то есть не видит звук вообще игры. То есть она подцепляется, ну, игр определенных, но звука просто нативно почему-то OS не видит. Точнее, не OS, а OBS, который заточен под Mac. Напомню, у меня MacBook, поэтому если был бы на винде, все было бы гораздо проще. Кстати, Ваня, хочу посоветовать тебе очень атмосферную, интересную игру The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut. Да, я, кстати, ее на распродаже как-то купил, но потом вернул деньги, потому что что-то я передумал. Возможно, она действительно клевая, но что-то как-то, не знаю, я потом передумал. Мисс Алина, привет, доброй ночи, добро пожаловать на канал. У нас сегодня стрим. Я сам, честно говоря, удивлен. Все, ребят, DLC скачалось. Давайте обратно в игру прыгнем. Так. Врубай дружку и ставь винду на хакбук. Я... Are you serious? Bro? Может мне перезайти просто в игру? А, да конечно, добавлю новый контент. Все, ребят, погнали. Долгий у нас старт, конечно, но ладно. Какие у него белоснежные зубы. Он, наверное, каждый день использует зубную щетку. Colgate. А почему обычно-то? Где кошмар? Операция «Крадущийся ужас». Крис Редфилд. Прославленный член... Просто прославленный член. Fucking company. Алло. Готово. Можно начинать. Блин, какой же здесь уровень графики? Я просто в шоке. Ничего не поделаешь, у нас дела. Надо погромче игру сделать. Плохо слышу. Это, ребята, Лукас. Напомню, это единственный сын семейства Бейкер, который на самом деле так нехило нам поднасрал. Крис, did we
Мы его потеряли. Нет, Итан в безопасности, жив и относительно здоров. А Лукас Бейкер? Он наша единственная зацепка. А, он следующий. Ничего себе такой покерфейс вообще. А, то есть это получается, это прямо вот после финала игры. После финала... Да, мы же в основном сюжете игры, мы же с Лукасом Бейкером-то никак не воевали. Я очень, конечно, на это рассчитывал, но нет. Видимо, в этом DLC как раз наш главный враг будет Лукас. All right, I'm in the mine. Так, я в шахте. Сигнал сильный, слышу тебя хорошо, Крис. Первый отряд кое-что сообщил, но вскоре мы потеряли с ним контакт. Сколько человек мы потеряли? Трое лучших. Последний раз выходили на связь возле лаборатории, это рядом. Проверь лабораторию сначала. Понял. Копи. Естественно, сначала зайти в параметры и все-таки поставить... максимальную сложность. А вопрос только где это, я, честно говоря, даже не помню. Вообще раздел игра должен быть. Да, ребят, судя по всему. Судя по всему, сложности игры менять нельзя. Это печально. Ну ладно. Ладно. Будет такая прогулка в парке у нас. Сек. А что у нас, кстати, есть? Так, у нас есть наш любимый нож. Пистолет. И пару гранат. Ладно, берем ножик. Сразу хочу заметить, что Крис Редфилд, в принципе, также, походу, насрал себе в штаны, потому что ходит он очень медленно, так же, как и Итан. И, кстати говоря, я помню эту шахту лифта. А, точно, это, собственно, та же самая локация. Это финальная локация игры, а в основном сюжете... О, тут вроде ничего нет... Ладно, гоу. А сейчас здесь будет сеть тоннелей. Вообще неспроста у нас так много оружия сразу. Видимо, все-таки это DLC про стрельбу. Охренеть! Когда враги шатаются, их можно бить. Спасибо, капитан Очевидность. Да, с трех пуль убиваются. Это, конечно, это прям козуалмод, ребята. Вы просто вспомните, сколько я тратил патронов. По 15, по 20. На кошмаре. А, ребят, давайте мы еще такой чекал. Сделаем такой технический чекаут. Ребят, как слышно игру, звуки игры... Ну и, собственно, меня нет ли какого-нибудь эхо, потому что... Ребят, да я стараюсь не кричать, но вы же знаете. Мне очень страшно. Лаборатория совсем рядом. Есть ли какие-нибудь идеи, где Лукас? Ну, мы пока анализируем данные. Похоже, он экспериментировал с... Будем надеяться, наши люди не стали подопытными. Короче, Лукус, да, там экспериментировал с Мельдонием. Кстати, да, именно, я думаю, этим можно объяснить его крайнюю потливость. Не слушай. Возьми в правую руку нож, левую держи почти полностью в открытом состоянии, как ее держит Крис. Вытяни обе руки перед собой, сделай хотя бы пару шагов и скажи, кем надо быть, чтобы так ходить. Holy moly! А в чем прикол? Это получается колющий урон, а это режущий.
очень я понял, в чем прикол, но ладно. Давай, Солдарчик, спасибо тебе огромное, что заглянул. Стрим будет обязательно в записи на Twitch-канале нашем и на Ютубе. Но на YouTube я добавлю позже, когда на это будет время, так что успеешь досмотреть на Твиче. Спасибо тебе огромное, что заглянул. Добрых тебе снов. Так, граната это над Б совсем. Первый чувак. Что-то неохота мне с ним разговаривать, если честно. Я, видимо, не могу пока ничего использовать. Я себя вытащу. Оставь меня. Уже поздно. Мы оба отсюда выберемся. У меня для тебя новость. Ничего не выйдет. О, нет, это месье бы воздержался бы от этого. Это Лукас. А, you son of a bitch. Конечно, можешь попробовать ее снять, но я бы не советовал тебе. Моя рука может дернуться и... Упс. Крис, вот что я предлагаю. Дай мне спокойно уйти, и твоя голова останется у тебя на плечах. Что же касается твоих солдатиков. Адиос, мучачус. Да, в общем. В воздухе присутствуют споры. Это мутаген типа Е. Маска автоматически переключится. Оглядывай на индикатор запаса кислорода. Подожди, стоп. А что так быстро убывает-то? А что так? Не понял. Спасибо. Да, я вот... Сейчас, секунду. Far Cry ты будешь проходить? Да, я думаю, что Far Cry надо по-любому играть. Это моя любимая франшиза от Юбиков. Ну, после Assassin's Creed, конечно. Чтобы понять, надо держать руки вперед перед собой, как это желает сейчас ГГ, когда держит в правой руке нож и сделал пару шагов в таком состоянии. Ладно, мы вернемся к этому позже, Инферно. А что за сгусток в конце был? Так вроде бы это голова у чувака разорвалась, не? Да иди в жопу с своим оксидженом. Я пытаюсь залутать что-нибудь полезное. А я умру, интересно, сразу? Да, я так понимаю, что здесь банально ничего нету, здесь надо просто бежать. Зашибись. А, ну, в принципе, здесь самое начало. Сьюрил, ну ничего себе, ничего себе, здорово. Здорово, братиш. Рад тебя видеть, дружище. Как у тебя жизнь, как новогодние праздники? Как поживает твой Horizon Zero Dawn? Little soldier. Прикольный акцент. Спасибо, что игру не локализовали дубляжом. А здесь офигительная озвучка. Оригинальная. Так, все, бежим, ребята. Включаем режим кенийского марафонца. Я боюсь просто что-то пропустить полезное, вы же знаете. Похоже, ты ничем не заражен. Да, вернись назад и обезвредь бомбу свою. Некогда, я не хочу дать форму этому уроду. Ясно, будь осторожен. А, эта дверь открывается? Да, в оригинале она была закрыта.
Ну вы... Как вы задолбались с этими... Не, реально, я вот... Вы знаете, я не фанат спидрана. Я, наоборот, люблю изучать контент, наслаждаться атмосферой, архитектурой. Но, походу, особого выбора нет. Крис, мы проанализировали перехваченный сигнал. Мы так как думали, этот сановый печь отправился и... Найди его, арестуй, и это не должно повториться. Ты уверен, что не хочешь его? Может, АПБТБ и удалось в этом убедить? Иначе... Короче, забейте, ребят. Знаю, это не просто. Откровенно говоря, многие из наших работали здесь еще до нашего преобразования. А старые корпорации остались лишь названия. Сосредоточимся на задании. Продолжим разговор, когда вернешься, ладно? Sure, baby. Sure. Да. О. Неплохо. А что это за машина такая? Для чего она здесь? Это типа угольный тральщик в вагонетке возит. Угу. Я смотрю, какие-то странные здесь... Какое-то странное отражение как-то выглядит. Хотя да, я обновлял драйвера, но... Сейчас нормально. Не, короче, забейте. Неплохо поживают, денег, правда, не хватает. В последнее время новогодние праздники хорошо провел. А был бы еще снег, вообще была бы песня. В PS не играл, пока времени не было. Сейчас вот посвободнее будет в следующей неделе. Буду гамать, ибо игра ни на что не похожа, на мой взгляд. Сам-то как? Серил, у меня все хорошо, вкратце скажу. Спасибо, что поинтересовался. Все хорошо. Все хорошо. Мне кажется, Лукас все-таки успел выпустить каплю вируса, она поразила мафию 3. Да. Ладно, ребят, давайте мы вернемся к игре. Что за... Это типа из серии налево пойдешь, коня потеряешь, а направо пойдешь. Господи, это что за андроидный коллайдер такой? Да, напомню, что когда мы играли на кошмаре, у нас было ограниченное число сохранений. Нам приходилось искать кассеты для того, чтобы сохраниться. Здесь, конечно, будет очень казуально, я чувствую, но не суть. Так, что у нас есть? Это, собственно, монета защиты, да. Хорошая штука. Давайте-ка мы ее заберем. А это что такое? Адреналин? Быстродействующее лекарство. А, это аптечка. Кирич, доброй ночи. Рад видеть. Добро пожаловать. Спасибо, что заглянул в столь поздний час. У нас сегодня спонтанный стрим. Решил я допройти Резидента. Игра, конечно, чумовая. Я считаю, это, ну, это произведение искусства, честно вам признаюсь. Это что у нас?
Стабилизатор, перезарядка всегда ускорен. Нет, нам это не надо. Стероиды. Бессрочно. Вот. Надо ХП повышать. А, я просто вспоминаю, как по основной сюжет это... Ну и она и геймплейно очень интересно сделана. Особенно помните первого босса, где мы с женой-то воюем? Просто охрененно. Насколько это круто проработано. Мне кажется, чтобы поднять сложность, надо пройти игру. Да, Слэйр, возможно, ты прав, потому что, ну... Ну что, жмем на кнопку-то? Выберите предмет для использования. А, здесь это какая-то скважина, но... Но у нас этого ничего нет. А что это такое, кстати? Umbrella Corporation. Операция «Крадущийся ужас». Основное задание – доставить Лукаса Бейкера. Место Далви, Луизиана, США. Поместье Бейкеров. Тип угрозы – плесневики. Вариант Альфа и другие ловушки в том числе. В связи с нехваткой информации и другими факторами неизвестности, в качестве специалиста по биоружию на данном задании выступит Крис Редфилд. Разведка подтвердила, что Лукас Бейкер окопался в шахте рядом с поместьем Бейкеров. Лукас Бейкер, возможно, участник преступной организации «Соединение», роль неизвестна, располагает ценная информация об организации. Соединение. Преступная организация производит биологическое оружие для черного рынка. Нет данных о размерах, доли на рынке и составе. Основные подозреваемые по отделу о производстве и распространении биоружия серии Е. В поместье Бейкеров находится Эвелина серии Е. Лукас Бейкер отслеживает ее активность и отправляет по ней отчеты. Ясно. Ясно, понятно. А, письмо для новобранцев. Для многих из вас это задание – первый опыт работы с Амбреллой, и мы хотели бы кое-что прояснить. Да, некоторые из наших сотрудников вышли из печально известной корпорации. Цель новой Амбреллы – искупить ужасы, творимые от имени компании ранее. Именно поэтому мы восстановили корпорацию в 2007 году. Мы будем выслеживать не только разработчиков и продавцов биоружия, но и их спонсоров. Мы изрядно наследили и намерены убрать за собой. Мы делаем это под именем Амбреллы, потому что берем на себя ответственность за прошлые грехи. Теперь эту ответственность разделите и вы. Помните об этом на заданиях. О да, мне прям даже неловко стало. Ну что ж, ладно. У меня такое ощущение, что здесь надо собрать какой-то пазл. У нас есть три коридора. То есть в каждом коридоре будет по какой-нибудь запчасти, чтобы активировать. Не знаю. Давайте еще раз засейвимся тогда. Чтобы обратно все не собирать по 300 раз. Ладно, давайте в первый ангар. Вообще, знаете, у меня мысль такая сейчас в голову пришла. Как-то странно. Мне казалось, что поместье Бейкеров — это все-таки фермерские угодья. И откуда здесь такая огромная шахта? То есть там, где шахта, там огромная промышленная зона. Куча рабочих. То есть, ну, это как минимум людное место и... Ну, как-то, не знаю, не складывается. Хотя, может, я что-то уже просто по сюжету основному я подзабыл что-то. Очередная дверь.
Давайте пробежимся. Блин, я думаю, надо вернуться все-таки. Видимо, ты забыл, как Итан к Бейкерам попал. Одни сплошные деревья, да заросли, полей вообще не видать. А, нет, я помню, как он попал. Там как раз в том-то и суть, что они фермеры были. Поля они где-то там, в игре это обговаривалось. И у них, в принципе, ну как бы особняк, но там, откровенно говоря, ну видно, что... А ребята чем-то занимаются... Это что это? Высокая регенерация, цель не пострадала. Класс. Луизиана, там сплошные болота и леса. Но да, Слэр, ты, кстати, прав. Да, да, да. My bad. Но они же фермеры. По крайней мере, если мне память не изменяет. Окей, если у них высокая регенерация. Ну то как же их убивать? Просто пробежать, наверное, мимо. Ладно, погнали. Самое главное, ничего не пропустить. Так, здесь заперто. А никак, собственно, назад надо уходить. Не успею. Ну давай ты, господи, инвалидушка. Давай, Валерон, спасибо тебе за просмотр. Спасибо, что пришел. Доброй тебе ночи. Конечно, иди отдыхай. Время позднее. Да, кстати, 12:30 уже. Мне кажется, надо искать фильтр. А что, тут есть фильтры? А, ну, кстати, да, как вариант. Стоп, а у меня, может, в инвентаре что-то нет. Как-то у него очень быстро фильтр этот засоряется. А, нет, подожди. А смысл искать фильтр, если у нас фильтр самовозобновляемый? Хотя, я не исключаю, конечно. А, кстати, может быть, мне сюда еще рано идти. Вполне возможно. Попробую пробежать. Я, наверное, здесь просто и не выживу. Я просто не добегу. Требуется высококачественный фильтр, написано, да. Да, сюда еще рано нам идти. Я просто... Да, да. Скорее всего, мы здесь будем находить какие-то предметы, которые будут апгрейдить нашу амуницию. Ладно. Попробуем в эту дверь. Криси, привет! Доброй ночи, рад тебя видеть. Сколько лет, сколько зим. Привет. Понятно, требуется прибор ночного видения. Ясно, понятно. С прошедшими тебя праздниками, Криси. Я такая жопа, в группе не отписался, никого не поздравил, поэтому сегодня на стриме.
Я об этом говорил. Там кто-то есть, да. Дружочек, я здесь. Are you okay? Редфилд. Не волнуйся, я найду ключ и освобожу тебя. Надо выбираться отсюда. Тебя тоже с праздниками замотался, бывает. Спасибо, Криси, да. Есть такое. Хрена, у него рука жирная. Это что у него за ручище такая? У него один указательный палец. Как... Я не знаю, как моя рука вся. Так, обычно в хоррор-играх всегда кто-то в лифт прыгает. Нет. Этот лифт не про это. Гараж как данжи, без топ-шмота не пройти. Ну да, 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 это комната с рейд-боссами, надо готовиться. Прикольно. Понятно. А у меня всего 11 патронов. Вообще, конечно, мы когда на кошмаре играли, я практически никого не убегал, мы просто убегали. Не знаю, как здесь, ребята, будет. Это еще не все. В смысле, это дробовик, что ли? А, я думал, это автомат. Да вот это о чем они писали, эффект добивания. Видимо, они здесь до бесконечности идут. Посмотрим. Вот эти опасные пацаны. Я сама заработалась жутко. Аж все бесит вокруг. Все праздники работала на двух должностях. Но у меня, слава богу, я в праздники отдыхал. Ну, так скажем. Ну, не работал, по крайней мере. А, нет. Пацаны оказались не до бесконечности. Это хорошо. Блин, ну патронов, конечно, я много потратил. Практически все. Ну, естественно. Ну, Ваня, ну, естественно. Ты должен был знать это. А с другой стороны, здесь убегать-то некуда, по факту. Здесь просто убегать некуда. Здесь, конечно, наверняка коридоры кольцевые, не замкнутые, но долго мы не сможем от них носиться. Так, мне нужны патроны. Блин, хреново, что он прыгать не умеет. Не научили его. Какой-то подозрительный контейнер со спорами. Надо бы его чекнуть. Шестерня. Это, видимо, от механизма. А, блин, у нас же граната есть. Точно, я забыл даже.
Да, где вот они как раз скучковались по 3, по 4. Пацана, надо было тогда их и подрывать. Ну ладно. Оглушающая граната. Рукоятка. Пока не будем активировать, все же хочу посмотреть. А, ключ от камеры у нас, это как сюжетный предмет, он в инвентарь не вставляется, понятно. Так, ну сначала, наверное, шестерню. А, мы шестерню, а нет, вот оно. И рукоять. Да, совсем другое дело. Вот только тебя мне еще не хватало, блин. О, ребята, это жопа. Понятия не имею, что это. Что за новенькое? Будь предельно осторожен. Спасибо за совет, действительно. Очень... А знаешь что, братишка, иди-ка ты... Мы сможем от него убежать-то? Ну, конечно, мы... Нет, убить-то я его убью, конечно, но я не хочу патрон тратить. Он уполз по землю, судя по всему. Да. Не будем убивать, не вижу в этом смысла, гол. Хотя, может, при его убийстве нам что-нибудь вкусненькое дали бы. Но этого мы уже не узнаем. Давайте поможем нашему сотоварищу. Стоп, сначала надо почитать описание. Арестуйте Лукаса, найдите трех пропавших солдат. Ну, одного мы вроде как нашли, но безуспешно. Кейдж, клетка. Да, инфы никакого нету. Окей, погнали. Что-то тут как-то не все просто, мне кажется. Вот эта штучка меня очень смущает. Right, спокойно, теперь все в порядке. К сожалению, так и задумано. Я приманка. И ты попался. What? Что? Oh, а, черт. Забери фильтр. Он от моей маски, быстрее. Но ты же умрешь. Я все равно не желез. Крис, а он прав. Сам посмотри. А, надо фильтр взять. Sorry. Какой-то суперфильтр, походу, да? Лукас. Лукас. Высококачественный фильтр. Слушайте, мне прямо напомнило... Чернобыль Call of Pripyat. Зов Припяти. Там тоже, по-моему, с фильтрами. А, вру, метро 33.
Да, теперь видите, нам совсем не страшен. Не страшны эти споры. У нас как раз в левом нижнем углу появился один апгрейд фильтра, и я так чувствую, что еще будет второй. 16 килогерц. Кибер Тесла, привет, привет, друзья, рад вас видеть. Добро пожаловать в столь поздний час на наш канал. У нас сегодня спонтанный стрим. Безумный привет, привет, рад видеть. Интересно, а можно было спасти? Да нет, это, собственно, касцена. Я только что-то не понял. А вот он не мог вот тут же дверь? Она как бы, ну, не звукопроницаемая, обычная... Обычная дверь. Он что, не мог просто сказать, типа, братиш, здесь засады, я не знаю. Ну, да, тогда просто не было бы этой драматичной сцены. Ну, ладно. Вполне возможно, что он просто был в отключке от того, что он обессилен, и... Ну, да. Так, теперь нам надо, значит, идти в первую дверь. А, подождите, стоп. Рядом с толстяком была дверь с этим. С маской клоуна. Надо, кстати, не забыть про нее. Она каким-то образом будет открываться. То есть мы туда еще и вернемся. Ага, споры теперь везде. Нет, не везде. Ну, доберусь до этого урода и так, да? Крис, не забудь, он нам нужен живым. Yeah. Видимо, нам теперь, ребят, сюда. Честно вам скажу, конечно, на мой вкус... А что это у него на руке? А, взрывчатка. Лучше бы они сделали бы, чтобы это именно был выживастик. То есть, во-первых, у нас уже заминирована рука, так скажем. И чтобы здесь было меньше стрельбы, а больше, знаете, все-таки от стелса играть. Ну, типа Крис Редфилд такой бравый солдат, мачо. Бесстрашный воин. И все. В руках Лукаса он превращается в такую девочку для битья. Было бы прикольно посмотреть. Так, ну погнали. Что у нас по патронам-то? И следующая комната у нас осталась с Найтвизером, да? Не очень я понимаю, что нам делать с этими пацанами, у которых регенерация сотого левела. Что это? Это аккумулятор. А если... А, дискет ловушка, что ли? Дамы и господа, я не прощаюсь, просто перехожу в режим лежа. Буду стрим смотреть с телефона, пока не усну. Спасибо тебе, Инферно. Вот это, я понимаю, самоотдача, самопожертвование. Все правильно. Самое главное, не забудь налить чайку. Ну и что-нибудь пожевать. Я думаю, пару бутербродиков. Да-да, ты пытался. Надеюсь, мои соседи спят. Короче, я хз, как с ними воевать. Давайте мы его обойдем. По старинке. Hello, sir! Have a nice day! Loser! Все закрыто, а? Ну что за... За люди такие вечно все закрывают на ключ. Так, пацан рядом.
Что-то мне подсказывает, что здесь он не один. Что это? Тупик? Блин, он до сих пор за мной идет. Ну, просто зацените, сколько здесь коконов. Это, видимо, шахтеры. Угу, первая древняя монета. Скоро, ребята, апгрейд, значит. А что это за DLC проходит? Я не в курсе. Это Nota Hero за Криса Редфилда, я так понимаю, это персонаж из четвертой части игры. Вроде бы, я. Опять же, я не эксперт по Резиденту. Так, он вроде бы исчез, да? Сюжет разворачивается сразу после основного сюжета. Итана спасли, вот. Но, как ты помнишь, с Лукасом Бейкером в основном сюжете игры мы в итоге и не встретились в качестве, ну, босса. И это, кстати, печально. Ну, я понимаю, зачем, почему Nota Hero вышла бесплатно, потому что, ну, блин, ну надо же было рассказать. Мы, получается, всю семью угрохали, а что с Лукасом стало, вообще непонятно. Естественно, что у многих от этого стало подгорать. Что это? Это ничего. Но причем этот DLC, игра это DLC не видит. То есть, когда оно вышло, оно автоматически не написало, что надо обновить игру. Его вручную надо через доп-контент выкачивать. А вы знаете, что-то ему не туда пошел я. Да, кстати, здесь карты есть. Тупик, тупик. Нет, все правильно. Наверное, правильно. Ну, давайте его в коридоре обойдем. Блин, здесь, конечно, очень узко, но мы попробуем. 6 гранат, not bad. Я ведь сначала даже не понял, что это резидент. Думал, шутер какой-то безумный. Да, да, я думаю, что... Это DLC в основном про стрельбу будет. Но, как видите, патронов-то здесь очень мало. Ну, в основном только в каких-то определенных моментах. Это дверь? Да, это дверь. Это дверь. Только в таких определенных моментах, где реально, как бы, эти патроны нужны. Требуется прибор ночного видения. Ага. То есть мы не раз будем возвращаться в разные локации и уровни этого, понятно. То же самое, что ли? Прибор ночного видения. А, нет. О, зажигательная грена. Отличная штучка. Должна быть. Патроны для дробовика. Фуловые. Ни хрена себе этот склад. Это к чему бы это? Антирегидационные пули должны хорошо работать против этих чуваков, да. А пули мицетотоксичные, быстрого действия, сокращенно ПУМБД. Очень сокращенно, очень удобно. Предназначены специально для уничтожения биологического оружия на основе грибов. При поражении пули выделяют токсин, который быстро уничтожает мембраны грибных клеток и блокирует восстановление потерянных тканей. Уже после одного выстрела начинают действовать обычные методы атаки. Понятно. Не зря я их не стрелял по ним. Аптечка. Сколько у нас аптечек?
Три штуки, неплохо. Это прибор ночного видения, да. Прибор добавляет функцию ночного видения оптическому шлему Umbrella. Интенсификация изображения обеспечивает лучшую видимость при слабом освещении. Кроме того, прибор детектирует невидимое излучение, например, инфракрасное. Ну что, это здорово. Наверное, сейчас мы возьмем, и какой-то будет скрипт, я чувствую. А может быть и нет. А, нет, фильтр — это апгрейд был для ночного видения. Понятно, это, короче, апгрейд нашего шлема. Ячейка была. Ну, давайте назад идти. Кстати говоря, нам надо сохраниться. Игра против, чтобы я это делал. А прежде чем идти в темку, надо сохраниться. Мы слишком далеко ушли. Я просто боюсь, мы начнем опять с какой-нибудь контрольной точки. Я не понял, простите, это что? Турель? У него, конечно, небольшой радиус обнаружения, но... Понятно. Го в темку. Криси на страже порядка. Ребят, я напоминаю, что... Ну, как бы все мы тут люди взрослые, образованные, воспитанные, интеллигентные. Постарайтесь воздержаться от каких-нибудь резких выражений, не дай бог оскорблений, потому что... Наши модераторы не спят, ребят. Не спят. Отработав две смены подряд на разных должностях, все равно не спят. Так что будьте бдительны, ребятки. Я не знаю, зачем я это жму, но, наверное, это нужно. Не понимаю, если ему так тяжело, почему он двумя руками это не делает? Ладно, опустим пока все. Ну, я что-то выключил, походу. Ага, вверх, вниз, вверх. Понятно, подсказка прям явная. Это, видимо, подача Питалова. Нет энергии, да? Вверх, вниз, вверх. Ну как-то слишком просто, я не верю в это. Слишком просто. Кетлер 30, доброй ночи. Добро пожаловать на канал. Приятного просмотра.
Я сейчас играю в серии игр квестов от студии Rusty Lake. Небольшие такие игрушки, но крайне интересные. Настоятельно рекомендую обратить на них внимание. Часочек вечерком скоротать. Самое оно, сюжет, просто вырви мозг. 16 кГц, напомню. Ну, примерно хотя бы название ближайших игр. Возможно, я даже, в них сам играл. У меня есть пару квестов в библиотеке. В основном Депония. Это, ребят, фейсхагер. Ой, что-то опасный типан-то. Нехило мне так пол хп снял. А где? Не понял. Да. Не, ребят, нам нельзя подыхать. У меня, кстати, 3 аптечки. Короче, идите вы в жопу. Не-не-не. Надо нахрен бежать отсюда. А, они еще могут во время анимации меня бить. Замечательно. Если мы бы играли на кошмаре бы, то я думаю, они тут выносят за 2 удара. А мне казалось, они боятся света. Ну, как видишь, слэр нет. Как видишь, нет. То есть они в темку за мной шли. Ваншотные, блин, но у меня пистолетных патронов-то нет. К сожалению, от удара ножа они не погибают сразу. Хотя, может быть, я тогда просто не попал даже. Так, вторая монета. Это... Ага, это чувак с регенерацией, понятно. Как менять-то? Вот так. Ну, давайте. Хотя, знаете что? Не. Не, братиш, давай, до свидули. Чем тебе патроны тратить? Понятно. Мертвая зона? Нет мертвой зоны, понятно, ладно. Rusty Lake Hotel, Rusty Lake Roots, Rusty Lake Paradise. Ну и 9 браузерных игр Cube Escape, которые минут по 30 каждая проходится. Честно говоря, ни об одной из них не слышал. Don't play my game. Привет, доброй ночи и добро пожаловать на канал. 100 лет тебя не видел. Да, есть такое, и есть такое, ребят. Мне кажется, есть мертвая зона, но Слэйр, возможно. Так, ну слава богу, хотя бы не с самого начала начали. Она, наверное, есть все-таки, должна быть. Видимо, там был второй. Ну, автомат или что это? Не знаю, как-то криво я убил, ну ладно. Давайте
Надо проверить, есть ли там второй пулемет. Потому что наверняка эти пулеметы также действуют и на этих пацанов. Да, DC-2. Да, и мне там кто-то убил. Монстр нет. Нет, ребята. А подождите, а как тогда их из строя выводить? Гранатами? За угол гранату кидать? Ну, окей. Окей. Так, давайте мы вот так. Да, типа за угол я зашел. Somebody stop me. Что было-то? Чего не стримил-то почти? А, слушай, у меня это на балкон истребитель упал. И, в принципе, ну просто невозможно было стрим проводить. Вот такая ситуация. Нет, на самом деле все гораздо серьезнее. Я так пошутил. Сейчас я вернусь к вам вопросу. Секунду. А, подождите, нам же получается в любом случае надо убивать, либо он исчезнет. Суть в том, что я стал папой, и у меня появилось много ответственности, и практически не стал свободного времени, поэтому... Да. Надо только было... Вот так надо сделать. Какая граната-то? При чём тут граната? Я же пистолет выбрал. Ладно, давайте переиграем. Что-то жесть какая-то. Я что-то не понял. Подождите, я же выбрал пистолет и нажал G. Кек-25, привет, привет. Доброй ночи, добро пожаловать. Come to papa. Ну зашибись. Ух ты, маленькая дрянь. Короче, надо заранее подготовить пистолет. У нас всего 3 пули, да? А с этим вирусом. А, да, перед Новым годом у нас было где-то 4 стрима. Но... Классно! Супер! А где моя аптечка? Как ее юзать? Глупо, конечно, я словил, но ладно. Ни хрена себе выстрел такой мощный. И, конечно же, он сюда не придет. Конечно же. Это вообще как? Это легально? Нет. Игра решила поиздеваться, да? То есть я зря потратил патрон. Ладно. Да, Лукас-то хитрец вообще. Прям инженер от бога.
Да, блин, давай быстрее. Было бы здорово вот такую штуку просто взять в руки, как в Deus Ex. Помните, тюрель можно было взять в руки, и она бы стреляла по врагам. Ну, тогда было бы слишком легко играть, я думаю. Это мы в самое начало вернулись, да? Ну там же автомат, почему он их не палит? Ну, в смысле, тюрель. Понял. Хотя, подождите, стоп, я что-то не помню, чтобы здесь тюрель-то была. Он ее поставил, значит. Да, мы здесь были однозначно. По идее, нам сюда, наверное. Ну да, все правильно, налево. После того, как ты пропал, смотрел Uncle Bob пару десятков стримов, потом сам пропал, но наблюдал за тобой. Потому что забил. Хорошо, что вернулся, Вань. Удачи во всем и с папулей тебя. Спасибо, спасибо большое за поздравления. Да и просто за добрые слова. Я пока не вернулся, но все близится к этому. Пока что у меня получается там, ну, проводить, ну как вот, я даже не знаю, как это правильно так вот сказать. Два месяца назад у меня выдалась неделя, когда мы провели где-то 4 стрима, ну 4-5 за неделю, ну, то есть плотно посидели, пообщались и все, и больше у меня времени не было на это. Они что, так и будут 10 до бесконечности, что ли? А почему все время на корочках ползают-то? Очень много, конечно, хочется проектов посмотреть. Немало вышло хороших игр. Обязательно все это сделаем. Ага, здесь три турели. Ну, я тут явно не смогу пройти незамеченным. А, значит, нам все-таки туда. Раз Лука здесь поставил турель. Ну, ее тут, очевидно, ее не было. Я помню, ее тут не было. Не могу ее брать? Нет. А, стоп, а если гранату швырнуть? Тюрель, у меня была, кстати, такая мысль. Но... Что-то я про нее забыл как-то. Так, ну давайте мы вот этого парня обойдем. И... Блин, хреново. Он
Да, здесь я не смогу обойти, здесь слишком узко. Надо было на том пятачке, где он вылез, там просто пробежать. Надо понять, куда идти. Прошлый мой ник Гигаставрин. Да, я помню себя. Помню, да. А зачем поменял? Я, кстати, знаю, вроде бы сейчас на Твиче можно, не создавая новый аккаунт, сменить никнейм, если он не занят. И, кстати, это удобная вещь, я считаю. Потому что у многих людей такие никнеймы были, что их произносить-то даже не очень хочется. Нам, знаешь, сейчас кого в чат не хватает? Юдзини. Убивай. А Юдзини, Ваташи. Мне кажется, у Редфилда просто настолько толстые бока. Ну, вы видели, какая у него рука здоровая, да? То есть он, видимо, все-таки сам по себе такой полный. У него просто очень широкая кость. И пули просто не проходят до важных органов, поэтому мы так долго живем. Да. Так, в общем, понятно. На тех пацанов за поворотом мы забиваем болт, идем. А Юдзини здоровался в списке зрителей сидит. Серьезно? Как я мог это пропустить? Как я мог это пропустить? Сейчас надо проверить. Юдзини что-то игнорит. Вот Юдзини. Здорово, здорово, дружище. Рад тебя видеть, слышать. Хорошо, что ты пришел. Знаю, ребят, конечно, ночные стримы, они такие малопопулярные. Да я, в принципе, понимаю. Ну, то есть, естественно, что все люди спят, у всех работы и прочее, но пока получается так. Да суть даже не в том, что что-то пройти, да, пробежать, посмотреть, а просто с вами посидеть, пообщаться в уютной компании. Да, двери, естественно, не закрываются почему-то. Видимо, петля аж заржавела. И... где? У нас здесь еще не было. Так, это кто? Слышь, пацан, ты что-то, по-моему, заблудился здесь, нет? Да-да-да, ты пытался! Вы тоже, пацаны, пытаетесь, судя по всему, но... Не, ну вообще просто... на таких изичах. Не-не-не, здесь надо на кошмаре играть. Здесь прям... Тюрели, да? А здесь прям реальный ад будет. Без патронов, без всего. Даже сложно представить, как это может выглядеть. Так, ну что. Первый данж мы зачистили. Я надеюсь, что я ничего не пропустил. Что это за комната? Мне такое кажется, что это на самом деле комната не для прохождения по уровню, а там какие-то бонусы и плюхи лежат. Ну да, ключ нужен какой-то. Old Gamer, привет. И я здоровался. Друзья, вы поймите, у меня просто чатик убегает, и само окно чата не такое большое, потому что у меня второй монитор, он маленький сам по себе.
У него еще нестандартный формат 16 на 10. В свое время он был популярный, да и 16 на 9 особо и не продавали. Поэтому вы просто не видите, сколько у меня информации на этом мониторе. Чат маловат. Ну, то есть сама окошко-то широкое, но просто по вертикали, поэтому я могу, ну, банально пропустить сообщение. В любом случае, друзья, всем доброй ночи и добро пожаловать на наш канал. Сегодня спонтанный стрим, рассчитанный, конечно, на скиллованное сюжетное прохождение, а все-таки просто посидеть, собраться, пообщаться. Давненько мы с вами не виделись, это первый стрим в этом году. Стримы еще будут, я вас уверяю. Так, у нас есть Night Wizard, да? По-моему, вот тут требовался Night Wizard. А, нет, вру. Там мы взяли фильтр. Там Night Wizard. Last Room. Сюда получилось. Что это такое? Что это за... Блин, у меня все две монеты. Что так мало-то? А сколько надо? Да. Шалом, Ваня. У тебя оповещение о стриме, как скример. Телефон лежал в самом удачном месте комнаты в плане акустики. Ваня, спят, не спят, но я очень рад тебя видеть. Спасибо. Я тоже, друзья, вы знаете, что... Вы для меня не просто, знаете, какие-то там безликие люди за по ту сторону монитора, как бы это я вас не вижу, а вы меня видите, то есть вы можете меня воспринимать. Но я вам так скажу, что без вас вообще ничего бы не было бы, поэтому я всегда ценю, когда особенно старики канала приходят, это всегда приятно. Будем работать в этом направлении, ребят. Просто надо немножко потерпеть. Все будет хорошо. Нам не хватает одной монетки. Я ведь, помните, я одно время говорил, что... Как можно играть в компьютерные игры и это комментировать, отвлекаясь на чат? Ты же все время отвлекаешься, портишь себе атмосферу игры и... И вообще, как бы, ну... А сейчас я понимаю, что я вообще не могу сейчас играть ни в какие игры, если это не на стриме. Реально, мне просто уже не вставляет. Это наркотик, ну, определенно. О, как вовремя. Ну, пойдемте заодно как раз, чтобы аптечку не тратить. Поэтому, друзья, поверьте, вы для меня гораздо больше делаете, чем я для вас. Да, надо ХП поднимать. А это что такое? Перезарядка навсегда ускорена. Да, это просто необходимая вещь. Нет, конечно же, здоровье. Поиграв в System Shock старый, вот там кошмар будет. Я, кстати, проглядывался к игре. Я думал, когда вернусь к регулярному графику стримов, пройти первую часть, вот Enchant Edition, которая давно в Steam уже вышла. Я просто System Shock играл вообще, когда я был сопляком. И, ну, я просто, то есть я стал играть, я ничего не понял и забил. И забил на это дело. Сейчас один момент. Да, Олдгеймер правильно пишет. Ребят, вас тоже всех с прошедшими праздниками. Их было немало. Скоро, кстати говоря, 23 февраля. Как думаете, что ваши вторые половинки вам подарят?
Давайте используем. Да, прям через нейлоновую резиновую куртку норм пройдет. В смысле, пройдет игла шприца. И я не сохранился при этом. Это ловушка получается, да? Ладно, две аптечки не страшно. Давайте. Надо засейвиться же. Я что-то тупанул жестко. Но время позднее, мне можно. Кстати, да, System Shock 1 я месяц назад прошел. Игра шикарная. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Я тут месяц, наверное, 3-4 назад решил допройти Deus Ex Mankind Divided. На стрим я его дропал, потому что игра не особо была популярна на стриме. Конечно, игруха, ребята. Очень жаль, что такие игры не ценят. Ну, там специфический геймплей, конечно, местами. В основном на стримах я отрабатывал кибердомушника вора. Но все-таки игра реально стоящая. Как бы ее там не обсирали бы. Так, нам, скорее всего, туда и нужно идти. Проверим, что здесь. Здесь какая-то труба непонятная. Блин, а какая озвучка в Deus Ex? Просто охрененная. Ага, нам нужна отмычка. Отмычка, отмычки нет. Ну ладно. Кстати, эти боксы, они отображаются? Да, отображаются. Надо не забыть. Что это за красная штука такая? А, это растяжка. Твою мать! Совсем не страшно. Я ж ногу вывихнул. Это я так, на публику. А вот у Деня ищет чистые штаны и говорит... На чефир в сладости, часик в радость. Единя, дружище, спасибо тебе огромное за поддержку канала. Дай бог тебе здоровья, дружище. На чефир в сладость и часик в радость. Да, вот у меня, кстати, вот моя кружка 600 мл. Там уже реально чефир, потому что этот пакетик... Я не знаю, сколько он там плавает по времени, но да. Я просто сейчас сидел, у меня нога на ногу, ну, пятка за пятку. Я себе вывихнул ногу, это было больно. Ну, ладно. А, я не могу обезвредить? Это, видимо, было в другой игре, я уже что-то забылся. Та-та-ра-та-та-там. Та-та-ра-та-та-та. Кстати, ребят, как вам новогодние... Распродажа Steam. Cool story. У меня не было ни шанс. А, как по мне, честно говоря, какая-то новогодняя распродажа какая-то вообще не новогодняя была. Я там, кажется, себе прикупил, естественно. Это такая сейчас тенденция купить кучу игр и не играть в них.
Но что-то как-то... Хочется, знаете, вот хорошие скидки на AAA проекты под 75%. Я все жду, когда Ubisoft расщедрится и на линейку Assassin's Creed сделают нормальные скидки, а то они такие вообще дикие ценники на свои игры поставили. В прошлом Watch Dogs там 500 рублей стоил, сейчас уже 1500. И у них, вот я смотрю, вот в течение уже 2 лет все время стабильно скидка максимум 60%. Но учитывая, что и Season Pass дорогущий. Хотя у юбиков обычно Season Pass, ну, не особо. Ну, реально не стоит своих денег. А что? А, понятно, здесь небольшой пазл. Так. А, я, честно говоря, не очень понимаю, но у меня откуда-то пистолетные патроны появились. Инъектор. Аптечка, да? А, отлично, 3 штучки. Так, ну давайте думать. А зачем тебе AAA проекты? Ну как зачем? Поиграть в них, посмотреть хотя бы. Просто там многие игры, они реально, они слишком дорогие. Нет, я не спорю. Если, например, стоп. Если выходит игра новинка, то окей. Но, блин, игры, которым уже по 3 года, скидончики надо делать, конечно, побольше. Ну, если... А если скидка небольшая, то значит проект продается и так неплохо. Видимо. Хочу, кстати, простримить всю линейку Assassin's Creed. Я люблю эту франшизу, я вам сразу признаюсь. Хотя я последний Unity не играл, вот Юзи мне подарил мне. Давным-давно. Так и не играли в нее. Господи, Лукас, ты прекрасен. Ты нам подогнал шарики. Это великолепно. Так, этот мы открыли, да? Syndicate, Origin. Остальное у меня вроде бы как есть. Половина в Аплее, половина в Стиме. Ну, понятно, что все в Аплее, но... Вот я даже, знаете бы, ну не поспорил бы, но есть люди, которые, ну определенно, как бы, ну не то чтобы игру хейтят, но, ну вообще линейку Assassin's Creed, вышки, перья, бла-бла-бла, типа надоело. Но я думаю, что если я бы их простримил бы, то человеку бы понравилось бы. Там самая главная фишка — это составляющая сюжета. То есть альтернативный сюжет реальной истории просто немного видоизменен. Да, здесь тупик. Мне в этом плане третья часть понравилась. Она мне понравилась тем, что там не было хэппи-энда. То есть такая концовка суровая, мужская, без соплей, но жесткая. Охрененная игруха. Ну, на самом деле это 5-я часть из серии, но номерная 3-я. Пошла я домой, надо успеть поспать перед работой. Всем доброй ночи. Давай, Криси, конечно, тебе отдыхай. Добрых тебе снов. Заходи. Заходи обязательно. Так, ладно, гоу. Судя по всему, мы сейчас будем играть в какую-то игру Лукаса.
Да, это DLC, конечно, но оно не страшное, к сожалению. Я все-таки люблю более такие психологические. Но вот я думаю, что DLC про Зою, там все будет наоборот. Там как раз то, что надо. Это дверь? Нет. Ремонтная мастерская. И зачем я сюда пришел? К этому манекену? Да. Не очень я понимаю, почему здесь гвозди. Может быть, ты уже просто привык к атмосфере игры? Может быть. Не, ну здесь такая шутерная механика в основном. Ключ с изображением клона. Что-то я не понял, я весь магазин расстрелял как-то мимо него. Да, лучше, наверное, с дрободаном пока бегать. Ну, начинается. Мы сейчас вот здесь у колонны разведем. Давай, иди сюда, толстяк. Не будем убивать, не хочу. Это, наверное, шорткат будет, скорее всего. Господи. Так, дверь закроем, а то сквозит и мухи могут налететь. Slow Step, доброй ночи, добро пожаловать. Нет, это не шорткат. А может быть и шорткат? Да, вот, кстати. Вот так, скорее всего, проход будет. И... Изи. Easy. Hey, you okay? Hang on, I'm coming. Are you okay? У чувака полголовы нет. Are you okay? А, нет, он живой. Так, здесь надо повнимательнее, потому что здесь, кстати, могут быть какие-то плюшки. Не понимаю, что это такое. А, это дверь с клоуном, наверное. Так, тут я не пройду. О, блин, у него, кстати, очень могут быть широкие плечи. Или огромная жопа, одно из двух. Не знаю. Ну, вроде пролезли. Так, какие-то ништяки тут, походу. Да, мечта... А, нет. Мечтать полезно.
Маркес. О, зря ты, Крис, старина. What the fuck? Пора умирать, Крис. Time to die! Это моя фраза, Лукас. Ах, ушлепок. В смысле? В смысле я погиб? Это была касцена. А что мне оставалось делать-то? Нажмите Е, чтобы увернуться от чего-то. Эй, ты в порядке? Yeah, I'm fine. I'm coming. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? We're coming for you. Мне кажется, надо просто идти мимо. Так, Слэр, фишка в том, что некуда идти нам. А, хотя нет, я вру. Ах, я старый вруин. О! 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 Как это не до... Не... А, у меня инвентарь забит. А я что, не могу это говно выбросить, что ли? Брифинг, нахрен он мне нужен. А, ну конечно, он просто верен уставу Umbrella, и он никогда не выбросит брифинг. Хотя наизусть его знает. Вот это самоотверженность в работе, ребята. Вот это вообще. Пацан вообще, ребята. А граната, это что такое? А, у меня 7 гранат, но это надо на финалку оставить. Наверняка мы с Лукасом будем драться. Хотя нет, он же нам живым нужен. Папара-па-па-пам. Даже не знаю, патроны-то надо брать, все эти полезные. А выбросить я ничего не могу, да? Ладно, сейчас разберемся. Так, здесь был какой-то рубильник. Стоп, а я могу выбросить оружие? К сожалению, нет. Могли бы выбросить оружие... А, давайте, знаете что? Аптечку скушаем. Да. Она нам все равно как раз не помешает. Так, сразу перезарядим. Не та кнопка. Так, инвентарь у нас освободился, да? А, отлично. Так, ну по идее. Не бросайте товарища. Это так в голове у меня так, типа, не бросай товарища. Вернись. Эй. Эй, you still with us? Эй, ты еще с нами? Да-да, спасибо. Я уже было решил, что нас бросили. Наверное, можно пройти здесь. Да откуда тебе знать этот? Ну, сейчас его грохну. Этот Лукас просто псих. Даже не знаю, кто хуже, он или эти твари. Надо выбираться отсюда. Надо выбираться отсюда. Блин, эта фраза, она преследует меня. Гляди-ка, можем подняться туда. Ой. Твою мать, ничего себе шуточки. Ну,
Не знаю, как тебе, Кристофер. А мне до смерти надоели эти игры. Лукас, три человека. Из-за тебя погибли трое моих солдат. Сейчас я положу этому конец. Я так не думаю. Через минуту мертвых солдат будет четверо. У тебя ничего не получится. А потом ты умрешь. А, таймер пошел. Надо выбираться отсюда. Вернись в центральную пещеру и жди дальнейших указаний. Вы отперли это. Спасибо за инфу, как бы я понял, что я отпер это. А, Дэн, доброй ночи. У нас тут риски ситуэйшн. Не отвлекайся на этих пацанов. Крис, хорошая новость. Видеозаписи. Давайте сосвимся. Попробую взорвать бомбу, заморозив ее. Где эти емкости? В своей зоне на рабочем участке пройди через красную задвижную дверь. Ну, вроде бы красная, да? Да. Сейчас сюда идут. Ну, судя по тому, что здесь столько монстров, видимо, сюда. Вы отперли это. Давай быстрее! Да, господи, давай! Бери все, не глядя. Вы отперли это. Так. Лутаемся. Даже без этого. Формирок ты, Ваня? Формирок. А, стоп, нет, я должен посмотреть, что там. Совсем не страшно. Это я так, на публику. А вот Удиня ищет чистые штаны и говорит. Время есть. Самое главное, не паникуй. Кек. Единя, спасибо большое. Спасибо большое за поддержку канала. Думаешь, 7 минут мне хватит? Ой. То есть мне сюда пока нельзя, да? Мы сюда позже, видимо, придем. Мне его убить надо? Ты что такой здоровый-то? Генерация. Да. Пацанчик опасен. Time to die, bitch! Ни хрена себе апперкот. А чё, ещё можно? Господи, я даже боюсь представить, что у него вместо головы. Ну, то есть, на что бы могла бы быть похожа его голова? Наблевал здесь. Стоп, что это?
Что я взял только что? Мины? А, блин, у меня есть граната, как их использовать? Да-да, только вас еще здесь не хватало. Стоп. Вот они. Блин, я не по союзу. Ну, добивай. Нет. Честно говоря, мне очень хочется верить, что я все делаю правильно. Это вообще... Это типа босс, наверное. Крис, сами уничтожены, теперь найди выход. Торопиться. Так, антифриз. Ну, не антифриз, в смысле. Ну, давай полруки себе отцепи. Сними бомбу, пока она не сработала. Черт. А ты окей? Да, нормально. Ну что, Лукас? Окей, Лукас. It's just you and me. Только ты и я. Только ты и я. Да, деточка. Крис, Лукас? Лукас? Возможно. Попробуй туда пробраться. Блин. Вот там женычка была, а я туда... Решил не идти, и мы уже обратно не вернемся, да? Ну ладно, печаль, конечно. Пуля не берет апперкот, только поможет. То есть зря я все потратил, да? Ладно, пофигу уже. Я думаю, что, ребята, мы скоро будем закругляться. Остается спать совсем что-то мало, и я совсем про это забыл. Я надеюсь, что все-таки это финал уже какой-никакой. А в любом случае, нам еще проходить DLC за Зою, поэтому... Если сегодня не допройдем, то... Понятно, то есть мы вернулись обратно. Стоп, здесь был тупик. Где у нас еще остались с клоуном? Бошки. А, в каком-то данже. Так называем, я помню, была. Да, где мужику голову это отпилили. Точно, надо туда идти. Вот только я не помню, правильно ли.
Ну, судя по всему, правильно. А, нет, стоп. Это мы вернулись обратно. Давайте засейвимся. Хотя хреново, конечно, очень много я патронов потратил. Если этого парня пули не брали только апперкот. Но я, вы видели, я к нему подходил вплотную, почему-то не срабатывало контекстное меню. А я просто не мог его убить. По-моему, вот это. Да. А если мне не изменяет память, это последняя дверь. Такого типа. А, стоп. У нас же... Это просто нычка. Стабилизатор. Конечно. Ключ надо использовать непосредственно на главной консоли. Который у нас в центре комнаты стоит. Так, что у нас есть? Что за стабилизатор? Расслабляет мышцы, снижает напряжение, тем самым ускоряя перезарядку. Действует бессрочно. Вот это лайфхак. Еще бы жизнь восстанавливал, было вообще замечательно. У нас три аптечки. Ох, как я люблю такие звуки. А, ну это бурильная установка, да. Я чувствую, мы сейчас с ветерком прокатимся. Блин, мне чем-то сейчас, знаете, что Half-Life напомнило. Есть что-то в этом. Кстати, надо перепройти первую часть, первую, вторую и DLC. Opposing Force, Blue Shift. Последний раз я играл, наверное. А я еще в школе учился. Охрененно крутая игра. Ну, для своего времени. Сейчас уже, конечно, мне сложно объективно оценивать, но думаю, что мне понравится. Я прям залипал в нее, конечно. Так, у нас сейчас по всему будет босс-файт. А, здесь как-то темновато слишком. Что это такое в центре? А, можно мне... Кристофер, а ты все еще с нами? Признаться, я удивлен, друг мой. Проверим, способен ли ты еще удивлять. Не понял. Это было очень глупо. Ну ладно. А это вообще тупость полная. Охренеть, я на собственной гранате не подорвался. Это вообще... Это легально? Объясните мне.
Либо ты способна, либо тебе просто повезло. Давай-ка это проверим. Блин, вы просто представьте, какая тут... Если реально здесь есть повышенная сложность, здесь, конечно, жестко будет. Давай, Герера, my face. Зашибись. Я забываю блок ставить. Забываю, что у нас есть блок. Ладно, сейчас надо разработать страту какую-нибудь топовую. А что у нас топово-то? Пять аптечек. Оглушает. Вот, который презрит, создает вокруг себя стену огня. Вот нам что надо. Ну, блин, огонь очень медленно убивает. А учитывая, что у нас замкнутое пространство, мне это, наверное, особо-то и не поможет. А что, особо-то выбора-то у нас нет. Только надо сразу пистолет перезарядить. Вот в этот режим. Ну, я дробовика плясать. Идиот! Так, стоп, у меня есть огненные грены, их надо юзать. Автоматом они не ставятся, конечно же. Ой, нет. Не то. Slow down, Christopher. О, Кристофер Робин, привет. Кристофер Робин. Son of a bitch. Патронов вообще нет, ни хрена. Ладно, ладно, больше не буду. У меня ничего не осталось. Тебе недолго осталось, урод. Знаю, знаю, я совершил страшные, ужасные поступки. Солдатик, я мучил, убивал. Soldier boy. А теперь я буду радоваться, глядя на то, как ты... Что? Уберись с моего экрана, ты лысый придурок. Кристофер Робер.
Чё я сделал-то? Что это было? Вот, правильно, shut the fuck up. Я бы рад посмотреть, как ты сгоришь. Да, не могу. Ну, у меня другие дела, нужно... Не знаю, что ему нужно, короче. Надо убираться отсюда, ребята. Ну, а полутаться тоже надо. Так, перезаряжаемся. Найдите выход. Какой файв? Стоп, не понимаю. А, надо найти, господи, где? Чё, фора? Не-не-не-не-не. Тут решетка еще была. Вот она. Давай, это 100% проход. Потому что там какая-то фигня лежала, я помню. What do you want to kill me? What do you want to kill me? Shit. Это все, что ты можешь сказать на этот счет? Чувак, у тебя они то, что стальные нервы, стальные яйца, у тебя просто... Слушайте, я еще жив, это здорово. У меня даже патроны есть. Охренеть. Не знаю, каким образом. Котопёс, привет. Ты мне скажи, ты чё не спишь? Скажи. Время как бы на минуточку 2 ночи, а ты не спишь почему-то. Ну. Это странно. Чем ты там занимаешься? Крис, are you okay? Are you okay? Yeah, yeah, I'm fine. Мы перехватили только что отправлен Лукасом сообщение. Это благодаря закону мировой. Послушай, Амбрелла и Редфилд, я потратил на них время, им это обошлось гораздо дороже. Я доставлю вам данные, а потом до свидания. Он думает, что я погиб. Это наш шанс. Кому он послал письмо? Мы еще не все расшифровали. Твоя цель, Лукас. Держи меня в курсе, детка. Not bad. Да как? Ну как? Ну нет у меня отмычек. Ой. А значит, я где-то уже 2 отмычки просрал. Я их пропустил. Это грустно, я вам скажу. А это не открывается створк? А в чем прикол? Не понимаю, почему он здесь стоит, но он не работает. Так, надо пошариться по мусорке обязательно. DLC все-таки не маленькая. Ребята, и это какая-то... Обыщите исследовательский центр. Я так полагаю, что это финальная часть, ну, уровня. Не думаю, что она большая, но, ребята, наверное, давайте будем с вами закругляться. Завтра рано вставать, я бы на самом деле допрошел бы, но я просто не высплюсь. Это будет плохо. Но сначала нам надо понять, где засейвиться. Может быть, здесь автосейв? А, ну да, у нас же была касцена. Ну, конечно, да. Здесь автосейв с инфосотка. Ладно, ребят, давайте. Пойдемте все дружно спать. Сейчас я проверю, только чекну. Да.
Офигеть, в одной игре в каждом DLC отдельное меню на выход аж. Ну что же, друзья, самое время, я думаю, нам всем пойти отдыхать. Не вовремя я зашел. Нет, Котопёс, ты пришел вовремя, просто... сейчас один момент. Я думаю, что на неделе обязательно мы еще постримим. Надо пройти Resident. Теоретически у меня будет время на стримы, поэтому... всем большое спасибо, ребят, что пришли. Давненько мы не собирались. Месяца два прошло с последнего стрима. Спасибо, что заходите, реально. Как бы на канале активности нету, но все равно приятно, что не забываете. Поэтому всегда рад вашей компании. И что хочу сказать? Отдыхайте. Спасибо, что пришли. Достаточно поздно стрим начался, но все равно поддержали наш канал онлайном. Это реально приятно, ребят. Все, на этом, собственно, давайте все пойдем отдыхать. Доброго вам сна, хорошего дня завтра. И увидимся на просторах Твича. Всем счастливо, пока.